потрясающий водопад. Это наша первая остановка. В Анталии живет 2,5 миллиона человек, во всей Турции живет 85 миллионов человек, но это официальное число. На самом деле никто не знает, сколько тут людей живет. Вот. Красота, конечно, неописуема. Собаки везде бродячие, лежат на солнце. Везде по парку раскиданы эти собаки. Я уже гиду пожаловалась, я уже опять пробурчала свою мантру, что собак надо с улицы убирать.